Ребята, всем привет! Мы сегодня находимся в отеле «Украина», ныне он называется «Рэдисон». И, как обычно, обзор номера в отеле «Украина». Ну что, погнали! Так, ну вот так вот выглядит ванная. Вот так вот выглядит ванная. Ванная здесь есть. Ну, здесь у нас что, стандартно? Лосьон, душ-гель, шампунь, молочко какое-то, щетки, бритвенный набор. Погнали дальше. Вот так вот выглядит номер. Такой вот стандартный, советский, дорогой номер. Все-таки отель 5 звезд. Ну, как видите, шикарная двуспальная кровать. Такая вот мебель такая, вот крутящая мебель, крутая, да. Так, что у нас здесь? Здесь у нас холодильник. Так, что тут? Если мини-бар заблокирован, позвоните в One Touch Service. Мини-бар заблокирован. Ничего себе, не открыть. Хорошо. Так, здесь у нас чай, кофе, сливки. Нормально. Ой, смотрим дальше. Здесь у нас сейф. Много тумбочек. В тумбочках что-то есть. Посмотрим. Ничего нету в тумбочках. Хорошо. Здесь у нас много вешалок. Подсветка включается. Тапочки. Щеточки. Так, все хорошо. Так, вино. Платно. Платное вино. Вода бесплатно. Кофемашина. Так, тут всякая информация. Там вот такое вот зеркало крутое. Класс. Ну и самое главное, все-таки, если вы живете в отеле «Украина», смотрите, какой шикарный вид. Так, открывается окно? Конечно, открывается. Открываем. Это окно можно открыть? Нет, нельзя. Случаев суицида в Москве, не знаю, насколько много, но окна здесь не открывают. Вид на дом правительства, на Москву-реку. Вот, так что... В общем, ребята, смотрите, дорого-богато, да, очень интересно. Ну, посмотрим, как ночь пройдет. Всем спасибо, хорошего просмотра, всем пока, ура!